согласны? Так. Там есть чел, короче, который хочет купить проходочку. Кто, блядь, экскуз, блядь? Да, экскузи говорю. Блядь, да, давайте 9 байеров, нахуй, возьмем, блядь, и Азероном Пайрелли. А то баба их золотая, пиздец. Столявчик, сюда. Столявчик, да? Так, ты справишься в одного танка же, да? Да, да, да. С одним напомнил. Так что, сегодня будет байер, че нет, я чуть не понял. Ну, сегодня, да, ну, блядь, если он придет, типа, ну, я ему отписывал, он сказал, что придет. Ну, байеры люди нестабильные. Ты шо из кузика возьми? Да, чехол, ты куда? Ты релок? Релокаюсь, сейчас зайду. У нас нет места для миликов. Какие хуйня? А кто у тебя милик? Ну точно я, кто... Уриона на Уриона меняется. Так, я запускаю. Что? Ну, вада, вада, типа. Так, смена. Уриона на кого меняется? Там другой варбер же. А, Донзак. Донзак, да. Ой, стоп, в смысле Донзак? Не, у нас не Донзак, у нас Байер у нас. И у вас Арислин танчить будет? Ну, да, да, да. Он свой Арислин танчил. Это тот, подожди, Байер будет на владении или кто? Подожди, а Донзака вы типа кинули нахуй? Донзак первый пошел. Негодяй. Ну и мы его кинули. Сколько второй, блин, да? Да, сколько второй. Потому что мы первый, мы первый стать. Кого убьете там еще раз? Вара берем, шамана, Вара... ДК и печку. Шамана, а, все понял. Вара. А, ну Вар Байер. Да. Глю потом поставишь на этих, на червях можно на то резист. А, еще этого, может быть, этого сосади. О, блядь, может босса. Он не заплатит? Ну, надо заставить его заплатить. А. 0-1 КД был. Ой, я что-то нихуя не выпил, ни банку, ни массу, ну похуй. Можно, пожалуйста, доигрывать на 100% за свой класс, на? Ты кто ты? Ты кто вообще такой, блядь? Иди в свою десятку и советуй там учить других играть. Блин, блядь. Мы закрываем, блядь, начиная с 2005 года, это ИВК, блядь. Закрывали, и нормально все было. Ты пришел, кстати, начал выебывать. Кстати, кто-то играет прям с открытия, ну, ссылкать, софтчего. Нахуй, открытие. Знаешь, сколько лет было в этот момент? 8 там, наверное? Да, я на ничего, наверное. Нет, было 6. В каком году? В 9-м открыли или 8-м? 8-м. 8-м. Мне было 6. Вот я, наверное, с 9-го играю. Не, я с 8-го играл. Парни, в 6 лет было, я в линейку играл, 6 лет. Я в линейку зашел года в 4, наверное. Нажми мне Бобчик, пожалуйста. Я в 5. Бобчик по бороду, спасибо. Снять. Thank you so much. Я еще так на пулю, вообще ни одной кнопки нет, если что. 4, 3, 2, 1. Гера! С пула! Гера! Гера! Застело! Ну ты не слакай, чё не отыгрываешь на максимал? А ты кто такой вообще? Рэл, молчал. Кто вы, блядь, вообще все такие, нахуй, чтобы учить кого-то играть? Просто не делайте этого и все. А почему вы сейчас вот троллите кого-то? Вы провоцируете, нет? Да, плюс. Ёбки, блядь, провокаторы ебаные. А лужа, аккуратно. Смотрите, аккуратненько. Надо ебало подморозить. Заморозились, без дыры, не отыгрывают на макс. Я не заморозился. Чеколад на фиг бабу. Блядь, но она не блюет, парни. Я готов, но она не блюет. Вот, все, чеколад, все, мы отыграли. Никто не заморозился. Мы отыграли на максимум. Мы используем свои суперспособности, блядь. Пиздец, утонули на фрики. Если ты уже не копил, чтобы утонуть сейчас, блядь. А может съебемся нахуй на совет с мили, блядь? Может доиграем, блядь? Перед ебало. Чё, в мили подойти? Опять учит, блядь. Опять учит. Чё, подойти в мили? Не доигрывает, блядь. Блядь! Кибланы. А кибос нахуй конченый, блядь, боже. А ты меня не разморозил, я вот кошель отдал. Да, сбегаемся, да, сбегаемся. Сбегаемся. Ладно, я пошел в мили, надеюсь, никого не уебу. Подойдите ближе, чтобы... Можно, пожалуйста, заигрывать нам на 100%? Фридом, чтобы достал, блядь. Ближе же подойди. Ты петун, блядь. Пизда кому-то. Похуй. Я бегу через всю арену.
Где задушка? Инста сняли. Инста, да. Вот доигрывает. Вот этот паладин доиграл на 100%. Все видели, нахуй? А почему все не в метку отлетели? В смысле доиграл? Вчера, блядь, не... А, типа за один день начал доигрывать. Это ресничек был? Я думал, это шоколад был. А я не вкачал. Молодец, он не доиграл на стадии развития, ничего. Кажется, кому-то похуй стало. В смысле, я принял этот свободный... Болевое решение, да? Это... А иди ты скачай. Ю, похую, правильно? В смысле, что было, лайк? Шо? Тинга на пуше дам. Не достаю, не дам, значит. Вот так, стояно? Да, блядь. Синк на этом. Вчера дам. Произошло то самое легендарное недоигрывание. Реслин бил моба в лицо, а не в спину. Да, это я выловлю. Ты заметил, я по факту развивал, там было одно паре. Видел? Ну сейчас стрелой там 4 миликов уебал, но это ладно. Это не важно, блядь. Это похуй, главное, чтобы ебало. Главное, что мне дает. Главное, что... О, видишь, нету второго задувки. Да, фрики. Где вторая задувка? Не вижу. А он добежит, нахуй, смотри, блядь. Ой, от взгляда умер, вы видели, блядь? Ебать, это я бегал такой с опущенной головой, ебать. Ты опущенный? Нет. С опущенной головой. Дайте мне этот, блядь, чертёж. Чморланд, блядь, булит сидит. Чморланд. Иди, блядь, в школе, нахуй, оценки получай. О, зависит. Как вам ник, нахуй, дискорде? Где? Заебись. Пойдет. Чисто чмо. Азерона, меняй ник. Тоже. На что? Азидаун. Слабо. Азерона. Не, это хуево, чморлот нормально. Чморлот так идеально. Тогда Азерон нахуй. Ладно, это лучше, это уже лучше. Ой, пойду масло намазать. Есть алкофласка у кого-то? Я с алкофлаской сейчас на стамин. А есть на... На СПД дать? Есть, на АП есть. Ну давай, на АП. На СПД есть. Бля, не ну дорого. Да ты, блядь, что ты... Да я возьму, я нажимать не буду. Бля, блядь, ты крыса, блядь. Дай на СПД, где там приз? Какой СПД, блядь? Я добавлю, дай, блядь. Блядь, уже пул. Ясно, не доиграю. Какой настой крепости? Мне настой крепости дали, блядь. Блядь, я выбил припотку, а... Намёк, это намёк на то, что тебя ебут, а ты кричаешь. Блядь, у меня КД бурст, нахуй мы начали. Ой, бля, я тапки не переодел, ебать, там пизда. Я так понимаю, и этот КД ещё. Пизде, чё, гололёд, а тапки не переодел? Не-не-не, мисы будут сейчас, мисы, блядь, это чё. Ловите, сука. Портал негриры. Ой, негрилы. О! Алло, вам похуй на портал или что? Да, похуй. Я бью босса. Алло, верните бару. Я уехал, блядь. Ебаный фрик. О, можно дисплей для его босса? Ресни, ебану. Крики. Ту. Я думал яйца нарисовать, потом хуй. Это можно я вообще выпью это зелье оцепенения? Разъеб баночка вроде. У меня на F2 стоит. Выбивай зелье и ставай промеж яиц. Вулкан. Рел, можно я сдам айсбаунд под инферналом? Можно? Попробуй. Спасибо. Перед этим нажми бабл камень. Бабл сакру. Бля, синк не достаю на полом. Псаудом. Разъеб. Ну ты слишком потный. Ты не грива не доигрываешь. Не грива, блядь. Мы на следующем бусе обладнимся, блядь. Кстати, не шутка. А чё это? Рофл? Да расконтролите и нормально. Сэр, это рофл? Огонь? Калат, ты же не один контроль. А почему паладины не доигрывает? Я реп дам.
Почему по порталу не дается вход? А? Давался смысл игрок. Почему? Ну все, поел говна, иди свою десятку пукай там. Был ходж нахуй, не пизди давай. И мне, блядь, я контролирую эту хуйню, контролирую. Запись можешь посмотреть, был ходж, блядь. Все, блядь. А все. О, блядь, конечно, нахуй. Все, блядь. Эй, бац, то не до чего. Гастыл, ты ему убери, а то, блядь, тюльпашу не косплей. Да и все, не тебе что надо. Отойдите с центра, нахуй, по-моему. Кто, блядь, к центру идти? Изи, блядь, давай на. Сходу, блядь. Куда? На центр? Че, если, а че если реально под ними прям встать? Они не будут атаковать, пока не двинешься. Пока ты не сдвинешься, да. Так имба. Головой? Иди в центр становись. Так го ПВП, они же тоже не знают, кому они прыгают. Можно я буду дамажить с АУЕ подальше стоять? У меня есть тактика. Я влетаю на прыжке УА, даю шифе и масфир. Парни, наши, блядь, короче, рофлят в Дискорде над пацанами, которые делают там 46 попыток, нахуй, 50 попыток на малчих М. И этот вот. И самое сегодня жесткое было 126 попыток. Кики-скики. На малче? 126 попыток на малче. Как да. же они хотят эту проходку? Как же они хотят. А кого, где, чего? До оперы или до оперы? Это вот сейчас. А, ну ого, значит... Стенку на стенку идем? Борман, ты справишься убрать рогу от нас? А чё, кого контролим? Чё там? Да чё? Всех подряд! Да не, подожди, ну, дерево... Вот, Каражан, 29.12.2021. А, это... Да... Короче, а, нет, да похуй, похуй, погнали уже, блядь. Нет, давайте Майкла убиваем, Сирису законтрольте и всё, блядь, Миликов закатить. А? Я Сирио Генкинс! Дай Сирию. Я потерял одну секунду истерии, не доиграл. А стыки кайф. Можно доигрывать на ДК нахуй на 100%, блять. Так ты на ДК. Ну так я себе, блять. Понял, шизик. Достал. Эфир дали. Опа. Почему маг еще живой? Можно диспадить мага? Да, при сильно надо его пропоржить. Можете, прям пиздец. Это диспел, пожалуйста, Геро здесь полез. Есть диспел по мне. Посовет. Значит, мака разъебет. Ну надо убить мака. Там все. Теперь Сирису хуярим. Короче, это было 120 попыток не на малче, а на копыте хиллсайды делали. Так да. Мы с ними, мы в этот момент с ними одновременно в одной гильдии были, пока они это делали. Да, нет. 29-12 они делали. Нас тогда уже кикнули. Ну как на табу, да, мы смотрели за ними тогда. 40 на ране и 120 на этом. Не, на ране 60 было. 60 на ране, 120 на копыте, 30 часов на опере. Вот, вчера Энза, 42 попытки на... Ну Энза тоже конченый, если там. За сколько мы там вчера оперу ебанули? За 5,5 минут. А, да, одна попытка. А, вот, тени с неделья, 59 попыток вчера. На чем? На молча. Как же они это хотят, да? Да там Малч уже просто устают их бить, ему уже лень становится. Так много без зрения пошли в кару. No plan, 46 попыток вчера. Ты чё, блядь, типа оперу убрали, чилы пошли что-то подпукать? Да. Жалко, блядь, нахуй не убрали. Так я говорю, они сядут и флипают его. Чтоб ни один голем в них не упал. И все пожирающие на двух танках прокали. Я говорю, того нахуй сейчас убьюсь. На нахуй. У нас все равно падали танки, блядь. Шаку, блядь, уже убивает. Блядь, дайте оружие обратно, 10 секунд чилю. Титану цепь не надел, блядь. И еще в 3 хила при этом, по-любому все сидят, шпиют. Свет, послушание, исцеление, да. ДЦ, хульпа. И этот, и друг. Точнее, что. И они раз мили. И 2 мили.
Да, да. Чисто жестко. Центр, уходите, выходите. Я уже сижу. Батим, батри не упали, ёбнешься. Тот я на центр. О, на этих. Пашу не надо. На Фенрира заходи. 5 секунд, блять, алло, блять, зайди на Фенрира, заебало. Парни, у нас как бы Damage King сказал, что у него там бомба рядом упала. Короче, света да. Нет. Просто. Ну, то есть, ну, Дойс Рога новый ищет, да? Дойс Рога нужен, да, бля. На что ли, на века? Да просто. Вам и этот нужен, как его там, что? Да, там, я сам нужен, блядь. Да, ДБК нужен, нормально. Мы бы статиком залетели, конечно. Не, он только не возьмет, он ему там некуда сунуть. Ну, кстати, могли, кстати, Гломелю пойти потом. Мы просто скидываем оперу с первого пула, пожалуйста, возьми нас. Мы умеем играть. Чуть-чуть. Тупо ставим бомбим АФК, блядь. Я посмотрел геймплей на тебя, ты АФК стоишь, все как-то просто АФК бьют, как будто АФК босс уже, блядь. Ты как всегда похуй на ветерки. Ой, говорит, я разминирую. У Риона полетел. Ай, говорит, это не я. Охуенно. Понимаешь, всегда. Напомните мне, что это на пулане, да? Да? Так это матанка, дебил. А, так подожди. А, что, ловить никто не будет? Я буду. Я буду. Давай, тогда похуй. У нас обычно я ловлю. Я принял, понял. Тиды ханны, блядь. А может мы доиграем Симон, нет? Может доиграем на Локе? Можете, блядь. Может доиграем на Локе, да? Пока били боссов, мог бы и сам прилететь уже. Одну кнопку нажать. Я девальта, блядь, я в одном окне. Ты ебан тогда. Блядь, КД принимать еще, пиздец. Ты какой там, я белый, да, беру. I'm ready to the rainbow, 3, 2, 1, yeah. Cool. Что? Ебаные фрики, откуда вот эти? Ты доигрываешь, блядь, английский несовершенство, знаешь. Фрик ставлю. А кому нам истерит? Да я в себе истерит. А кому истерит давать нахуй? Если... Я в себя дал, мне похуй, я разъебу босса сам. Ты знаешь, что босс вообще-то, блядь, увеличен дамаг, когда он с шилде? Надо давать, когда он с шилде, блядь. Боже, почему ты не доигрываешь? Почему Азерона не доигрывает? Нахуй. Ты понимал, нахуй, я на Люмикса дал истерию, блядь, в начале пула, он такой говорит, чел, хочешь так не делай, нахуй, я такой, принял. Не доигрываю. На груле? Ебать ты, ебать. Не, вот на этих, на... Здесь ладно. Не, на груле-то понятно, да. Вот сейчас надо давать и стул. Шил. Парень слинчику чистый, ты видел, блядь? Реслин, разъёб! Сбить не забудьте, пожалуйста. Нет. Там другой ДК. Ох, там, блядь, как... не сануло нахуй. Ну, он бы сразу Сава нажал, уже сильный игрок. Нет. Похуй, что у меня не хватило бы мозга, но нажал бы. Сейчас обидно, бля, солнышко. Я же наигрываю на 100% нахуй. Чел, ты видел кто свою гильдию? Это? У тебя гильдия под пивасы. А вот ты видишь гильдию, блядь? Ты в гильдии под пивасы, о чем ты говоришь? Взяли. Смена цели, парни, блядь, смена цели, быстрее. Мне похуй, я ХБ кастую, щит не пробиваю. Сбить. Похуй. А он дал, только перевел. Агро, держи там. Хочу сорву, понял? Сорвёшь, так управляй. А, ну, спасибо! Зарофлил, блядь, 2 сальвы влетело! Когда на серьезных час прошу сальву, блядь, 0 нахуй, ни одной. Можно, блядь, на Зероне на? Что? Светлая воронка Зерона. И что? Чё, ты просишь, чтобы я тебе анонсил? Чё ты говоришь, и что, дурачок? Ебаные фрики, их не существует! А вот тапа, который у меня, да? Да! Самирая. Вот Фьюри прохилить, ну вы бездари, ну зачем? Почему вы такие слабые? Зачем ты сидишь в иконке лута? Ты что, идиот?
боже. Боже, блядь, с кем я рейлил, блядь? Ебануться, мать. Пиздец. Может, вы, чтобы вы понимали, насколько этот чел вонючий под пивас, мертвый сын, ну, впадлу что-то купить до рейда, подойти там, что-то приготовиться, что-то закупить, какую-то химию. Чего там еще долго? Кто приходит в рейд и просто у меня покупается. Дуран. Ну сейчас на одну пойдем, потом в Ульдуар. Значит, Ульдуар, идите нахуй, блядь. Потом в Накс 10 зачем? Потом в Накс 10. Да Ульдуар на Элгалона тупо. 10 минут. Какой Элгалон? Нам не нужен, дурачки. Так а чё, зачем Ульдуар? Кстати, мне нужен Элгалон, блядь. А нет. Нам же Глю сказал, что всё не нужно. Так и что, он пошутил, что не нужен. А-а-а. Пошутил, что нужно, точнее, вот. Я когда это узнал, хотел ему череп проломить. Вот этим вот. Пьяный удар по черепу, вот этот. Парни, давайте быстрее. Давайте быстрее, вот там и ВК 50 на 50 лема ищут. Ой, нормально. Там, по-моему, какой-то вар за 200 качества, но Молчазара. Через час. Зерон, ты не помнишь? Вон, а Зерон. Кастником Брут. Кого? ДК? Это из клонов чего? У, Брут это вообще знаю, вроде не ДК, это вроде кот. Это не? кот. Вот он, Бруте. Ну, Друид. Сервер вылетел. Он с клонов или откуда? Нет, чего знаю? Да, у вас клонов. Я помню, что... Что, блядь? Ставлю проход ледяной. Не надо. Оп. А к чему ты вообще его не знал? Ну просто я выйду в чате, блять, в ЛФГ. Охуел. Так, Рэл, можно пулять, пожалуйста, информацию? Всё. Что? Можно пул делать? Ну, позволь всем подойти поближе. Можно завалить. Ты чё, блять? Что нахуй ты сказал? Что? Повтори, блять, если смелость имеешь. Что она? Быстро. Можешь завалить, ебало. Понял, агрошкольник, блять. Иди в школу нахуй, надо класс математика завтра. Первой пары. Первый урок. Почему еще? Нарожает, блядь, дебилов. Почему он все еще жив? Почему он все жив? Это, блядь, резонный вопрос, блядь. Потому что чел ПС не дает. Поэтому вот. Косплеит Азерона. Вот поэтому Анук не упал еще до сих пор. А уже все, уже поздно. Блять, агро придется скинуть. Короче, Болан, ты сильный, ты почти как блок-танк. Жуков потанчишь. Я пошел босса бить. Чё? Как это связано? Да я не знаю, он думает, что он один приз, наверное. Он думает, что он единственный бьет мобов или что? Вообще... Пусть он вообще не думает. Без негатива. Надо быстрее. Там 10 секунд. Можно пить, пожалуйста, хоть один, блядь, пулбосса. Мы не успеем, Нет, почему мы все таки бездари, где ваш урон? Потому что у нас нет СПД, у нас нету... Дамагеров. Твины ебаные, блядь. Ебаные твины. Вы же эти... Золотые... Бопа Реслина, Реслин первый боб поборол. Блять, как вы эти лучше разлили, я ебу нахуй. Как чилиться? Нормально. Шоколад второй боб дашь потом? Выйдите так, чтобы лужу не сломать. Да вы тоже ломаете. Я побегаю. Я вообще... Побегать, а потом ему дашь. Я там ебать этот... Не-не, я этот... Принтер нахуй. Я побегаю. Да ты, да блять, алё, долбоёб. А он под пивас не доигрывает. Заходи, похуй. Он раненый, Кин, да мне так похуй. Ты кому-то, блядь, ну чуть пизда не прилетела, блядь. Кому? Я так все контролировал, но сейчас. Вот этот, не забегите, пожалуйста. Я ебать раннер нахуй, реально. За шаг летит. Блэйдраннер? Еще скоробейчика одного добить. Ну похуй. Сам убить не можешь, типа. Сам убить не можешь. Я сосу его.
Вот он вопрос, а сколько вы закрываете карт? Еще будет два шакла, потом два две репы, все. А, я старфул! Старфул, блядь! Это не мой. Ладно, у нас еще два фира, блядь. У нас бесконечный контроль. Ашрона, твой, потом на Next Mobov твой шакл там и репа. Я, кстати, яд не намазал. Да, намажь быстро. Ладно. Фильки там, не забывайте. Я не могу его найти в инвентаре, блядь. Рефир. Рефир, блядь. Я отмазал, нормально, все. Сынок. Пиздец, антирекорд. Уже 3.12 бьем. Боже. Ёбаные твины. Бля, я больше. Мобы next выше. Да, у босса же умер. Репа. Да, босс умер. Прохилить не забудьте, надеюсь. Ой, блядь, вот это крит хас плачет. А лук это, блядь, вообще. О, да ты плачешь, упал. Ебанутый, просто в край нахуй, я в ахуй. Батимба. А, блядь, Войт Фьюри нахуй сидит, объедки доедает. Скажи ему хорошо. Блядь, заебал уже от меня всё, нахуй. Ничего, сынок, говна, нормально всё. Поехали, погибель, убьём Эру. Веро для тех, кто не идет на молча. Давайте, давайте быстренько. Там все не идут, один из Верона. Нам жаль, что в результате технической ошибки многие из вас лишились токенов, которые и так должны были сгореть при старте сезона. В общем, мы все же считаем, что это очень не очень правильно. Чё? Что это не очень правильно. И дадим всем 2 дня поставок. Где ты написал, где это было? Ну, вон новости. Где? Тебе плач надо? Да, поставка. Где? Я не вижу новости. Сируса новости, чего ты не видишь? Ну, блядь, у меня последняя, блядь, это уважаемые игроки, не забывайте, что... Подпивас. Ну, Сирус новости. Да, он шизик на Синге забей, блядь. Алло, тебе плач надо? А, мне нет. Я да? Шизик, фотошоп, шизик, фотошоп. Я там отдам в каре. Ёбаный шизик, фотошоп. А, ну это иллюжин, это типа. Какая разница? Лю, пойдешь на Хапали или на Аршану? Ну, я бы проходку на Аршану бы сделал. Не-не, на погибель. На матче ты на Хапали, блядь, я разбежался. Раскатал, блядь. Окей, давай так, кто нужен? Хапал. Ну, Хапал на погибель. Ну, а Реслин все равно в Хапали пойдет, не. Пусть идет, может, лутает. А, он тоже на Рошаме идет. Три хила будем или в 2? Да, вот так. Ну, в 3, как в рике. Ну, зачем мы лишний миллион? ДЦ, Рошам и Хапал пойдет. Тут какой-то чел